В Нижегородской области продолжается подготовка к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. По информации представителя избирательной комиссии Нижегородской области Оксаны Кислицыной, система избирательных комиссий Нижегородской области уже готова к проведению голосования. Поправки, которые собираются внести в главный закон страны, в частности, касаются семейных ценностей. Так, например, во многих странах понятия «мама» и «папа» заменяются понятиями «родитель номер один» и «родитель номер два». В Российской Конституции планируется закрепить законодательно меры по поддержке, укреплению и защите семьи и сохранению традиционных семейных ценностей. Маму, папу просто спокон веков привычны. Вот в чем дело. Ребенок должен понимать, где мама, где папа. А нумерация, ну, просто не для нашей страны. Мама есть мама, и как, я просто не представляю. У меня менталитет русского человека это в голове не укладывается. Как может быть родитель один, а родитель два? Так испокон веков ведется, так и должно быть. Мать, отец, это неотъемлемо у человека. Мне кажется, что надо прописать. Надо прописать, потому что здесь одинаковая ответственность, одинаковая любовь, одинаковая забота, одинаковые, как говорится, вот для родителей это одинаково, что у них есть дети, что для них это одинаково для души, что есть сыновья, дочки. Нет, я считаю, что надо прописать. Это семья, это папа, мама и детки.